Почти 60 тысяч тенге в квартал или около 20 в месяц тратят казахстанцы на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт. Расходы по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 11%. В региональном разрезе наибольшие расходы понесли жители столицы. Почти 104 тысячи тенге на домохозяйство. На 70% больше, чем в среднем по стране. Следом идут алматинцы и карагандинцы. Почти 80 тысяч тенге за квартал. Меньше всего на эту статью расходов отдали жители Абайской области и ВКО – около 39-40 тысяч тенге на семью. Наибольший годовой рост аналитики отмечают в Жетысусской области, наименьший в Шымкенте. Больше всего подорожали коммунальные услуги. Канализация больше, чем на 40%. На треть выросла холодная и горячая вода. Примерно на столько же отопление. Почти на 30% дороже стали электроэнергия и вывоз мусора. Очень сильно подорожали коммунальные услуги. Все услуги подорожали, заметно. Коммуслуги подорожали, все, свет. Да, существенно тоже подорожали. Особенно это горячая вода. Вот. Я сам в Алмате живу. Вот. Существенно. Раньше вот платили мы 20 тысяч, сейчас 30 тысяч за коммуналку платим. По словам экономистов, подорожание закономерно. Инфляция растет, цены поднимают на все. Растет тариф на электроэнергию, на другие сопутствующие услуги. ГСМ, различные комплектующие, техника, да, оборудование, то, что задействовано в предоставлении коммунальных услуг. Соответственно, все в Казахстане, процесс инфляции происходит. Накопленная внутренняя инфляция, она должна автоматически отразиться. Хотим того мы либо не хотим, она все равно приведет к удорожанию себестоимости именно коммунальных услуг. Эксперты по тарифам говорят, удорожание в несколько раз выше уровня инфляции связано с ремонтными работами. Чтобы обеспечить потребителей хорошим качеством услуг, нужны деньги. Но сейчас Комитету по регулированию естественных монополий поручили сдерживать рост тарифов для населения, по крайней мере, до конца года. Тарифы для населения, надеюсь, расти не будут. Вот. И уже, наверное, та динамика, о которой вы сегодня говорили, будет немножечко снижена. И, думаю, к концу года уже как бы коридор инфляции регулируемых услуг будут в рамках коридора инфляции. При этом аналитики отмечают, что не всем опрошенным доступны блага коммунальной цивилизации. Так, центральную канализацию имеют всего около 60% опрошенных. 9% участников опроса добывают воду из колодца или колонки, а 1% вынуждены пользоваться привозной водой. Анастасия Новикова, Дуран Абдиев, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Утрар».